Вы знаете, я выставила на продажу в связи с ковидом и с этим кризисом. Прекратились получение любых денег мелкими суммами. Я сейчас живу только на пенсию. Поэтому для того, чтобы рассчитаться, я выставила участок с домом на продажу. Поэтому как только я получу залог, я сразу же оплачу. Более 2 миллионов рублей – такова сумма задолженности Валентины Алексеевны. Сегодня она отчитывается о своих долгах перед межведомственной комиссией в рамках заседания, которое прошло в окружной администрации. Женщина подготовила документы с просьбой об отсрочке платежа, мотивировав это продажей своего участка и гарантией выплаты после передачи залога. При этом все действия по продаже недвижимости заблокированы, пока не будет выплачена вся сумма долга. Ведь все материалы уже переданы в службу судебных приставов. И таких случаев в округе немало. Общая сумма задолженности в консолидированный бюджет региона составляет 39 миллионов рублей. 20% уже погашено в период подготовки. Это около 8 миллионов рублей. Всего на заседание комиссии было приглашено 28 должников, юридических и физических лиц. Из них в администрацию пришли лишь 8. Раиса Киян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».